Привет всем! Пришла у нас такая посылка из Китая. Keyfinder'ы. Поиск ключей. Брелок. Одеваем на ключи, которые у нас теряются часто. И потом, чтобы найти, главное пультик не потерять. Нажимаем кнопку. И ничего не происходит. Происходит. Вот отзывается ключик. Громко и противно. Нажимаем другую кнопку. И через некоторое время начинает пищать другой ключик. Всего их 5 штук. При включении надо их настроить, запрограммировать. То есть отключаем кнопочку ON. И нажимаем на какую кнопку он нам будет отвечать. На кнопке C будет отвечать вот этот пульт. Проверяем. Да, он. И так программируем каждый ключ на свою кнопочку. Это будет D. Работает. И осталось настроить последний ключик на кнопочку E. Все, все 5 ключей у нас настроены, запрограммированы. Ну а теперь, наверное, все обратили внимание, что у меня на столе тут разобранные пульты валяются от телевизоров. Вот у нас это да чаще не, теряется, не чем теряем ключи. Теряем мы ключи. Ключи да. Вон у нас на ключнице висят. Да, специальная коробка. А вот теперь как придумать, куда приделать? В пульт как воткнуть? В пульт как воткнуть, это непонятно. Я попробую, конечно, разобрать, посмотреть, как она устроена. Может, можно там внутренность как-то вытащить, вот сюда, допустим, выложить. Но если нет, ну не знаю, впорохать изоленты, поматывай и все. У нас не нашел, не нашел я никаких поменьше форм-факторов, чтобы можно было вот так вот просто раз прицепить и все. Вот это вот как бы самое... Такой вариант, но не самый подходящий для нашего мероприятия. Ну, что-нибудь. А почему мы пульту теряем? Кто у нас главный терятель пультов? Да вот он сидит. Че вот он делает? Он берет, включает мультики на всех телевизорах и пульты прячет от нас специально. Друзья, смотрите, что у меня. Друзья, смотрите, а? Кто хулиган? Друзья, смотрите, кто хулиганит и прячет пульты от родителей? Друзья, вы видите, это да. Мои кнопочки. Ваня взялся играть. Антистресс у него теперь такой. Пульты папа разбирает, а Ваня жмакает. Да. Я еще нажимаю на них, и ничего не происходит. Я их вот так заматываю. Короче, штука классная. Если кто-то что-то теряет, можете себе приобрести такую штуку. Изоленту еще, либо скотч есть. Да. Кому интересно, смотрим, как там внутри, что устроено у нас. Та-дам! О, оно типа с прокладочки с какой-то. Наверное, чтобы влага не попадала. Но она, конечно, попадет сюда, если в воду закинуть. О! Ну и вот сюда куда-нибудь. Вон батарейка здесь какая. Плоская, круглая батарейка, как в компьютере. Угу. Это антенна, что ли? Проводок такой. Это не уместится так. Да вот ты сюда положи. А, может быть, да. Ну вот что бы ты без меня делал? Вообще ничего. Вот, я бы тоже. Все самое главное я делаю. Пробую. Надо этот. Кто? У меня штука есть. Ну, сейчас. Кто надо-то? Ну, второй не спорь, чтобы она там не бутыхался. А-а-а. Что у тебя есть? Да вот, есть. В фикс-прайсе купленный скотч двусторонний. Сейчас возьмем вот так вот. Пусть батарейку держится. У кого ногти длинные? Ни у кого нет. Ну-ка, давай.
Чего прячешь, стоишь? Мило. Стоит, прячет, не дай бог, отломится что-нибудь, да? Чего ломать-то? Вот так, попробуем. Друзья. Вкладываем. Защелкиваем. Так, надо туда попасть. Тут ничего не отломилось. Слушай, а по-моему, все классно у нас получится. Чтобы не потерять. Неужели? Если... Будем искать. Друзья, вот теперь вот этот самый ценный путь на свете будет. Его надо просто прятать от Вани куда-то далеко. Нет. Так. Где у нас эти? Блин, тарелки. Пульт работает. Да. Теряем пульт. Да, только я правда не знаю, какая кнопка здесь. Сейчас там погасим. Короче, это кнопка Б. Давай, я буду. Давай, я буду прятать, а ты выходи. Как с Ваней будем играть? Давай. Я спрячу, а ты найдешь. Иди. Типа я Вань, как будто. Так. Обычно Ваня прячет куда-нибудь. Я несу. Готово. Да, иди. Все. Пульт пищит. Куда? Игрушка где-то. Подсказать? Где-то здесь. И здесь, и там. Где-то здесь. Но все ближе гораздо. Вот он. Без подсказки сам. Так, а теперь Ваня пусть ищет. Папа будет прятаться, а Ваня искать. Иди. Давай! Выходи, Ваня, выходи. Бегу. Нет. Что возьми. Давай. Покажи только ему кнопку, какую надо нажать. Б. Б? Ну, В, которая. Все, Ваня, не подглядывай, папа прячет. Не подглядывай. Все, иди. Еще. Иди, сынок. Бегу. Нажимай кнопку. Где? А! Я понял! Ты понял вообще, это не то, что ты. Он что, значит, специалист по прятанию пультов? Я просто подумал, что здесь его. Вот это у нас игрушка. Давай пультик мне вон вот этот. У него, кстати, есть это. Подставка, вставка. Вот ее надо на стену куда-то, да. В одно место и повыше. Итак, от начала до конца, как сделать пульт, который нельзя потерять? Нет, потерять можно, но и найти очень быстро и легко. Берем пульт, вынимаем батарейки, его надо нам разобрать. Вообще говоря, поначалу у меня был вопрос, как же разобрать пульт? Оказывается, берем ножик, только очень аккуратно, чтобы не поранить руки. Ты мой нож взял. Да. Мой самый любимый. Ну да. Ножик красивый. А? Давай я некрасивый нож возьму. Да ладно, Саша, я пошутил. Ну и до этого как быстро открывались. Правда, другим нажму. Как будто этим, а я как будто этим. Вот такая классная штука. Где вот эту искалку для ключей найти, внизу под роликом ссылку оставим. Мне понравилась. Классная штучка. Ну это на Алиэкспресс ты же заказывал. Да. Ну. Ну. А где же еще тут? Не знаю. Где ты еще заказывал? Еще один пульт рабочий оказался.